Я хотел вас поздравить, что вы уже как-то докладывает врач идти на поправку. Хотел вам сказать большое спасибо за мужество и героизм, которое вы проявили на войне, за патриотизм, за то, что настоящие мужчины не прятались за спины родных и близких, остали в строю и пошли на защиту своей страны. Вы еще будете отмечены государственной наградой, но учитывая, что сегодня работаю в Харькове, я принял решение наградить вас чем-то там, часами. Да, и 10 тысяч гривен для поднятия настроения, а часы для того, чтобы вы смотрели время, когда быстрее выздоровели и вернетесь домой. Спасибо. Я вас поздравляю, желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо. Вот, молодцом. До пополнения. Я вам скажу так, что я почему говорю за воспитание, потому что сначала мать воспитывает, а потом воспитывает супруга. Это очень здорово, что вы находитесь вместе с ним, поддерживаете его. Я думаю, что он скоро будет в строю. Обожаю вам близких и всего самого наилучшего. Служу украинскому народу. И вы нёхающие премию 10 тысяч гривен за то, чтобы поднять вам трохи на. Дякую. Я тоже могу украинскому.